Поселок Семеновка под Славянском. Именно этот населенный пункт больше всех пострадал в 2014 году, когда здесь шли боевые действия. Много зданий, практически весь поселок был в руинах. Сейчас здесь полным ходом идет восстановление психиатрической больницы. И мы с высоты птичьего полета покажем, что изменилось за эти 7 лет. Вот такая картина с высоты. Естественно, восстановить все пока еще не удалось. Но работы продолжаются, и мы надеемся, что здесь все будет по-прежнему так, как было до войны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди еще много интересных репортажей.